Друзья, всем привет! Мы сегодня с вами будем делать адвент-календарь. Я сделала заготовочки, сейчас покажу, как их делать. Адвент-календари у меня будут с косметикой, там будут корейские миниатюрки и не только. Вот такие вот нам нужно сделать коробочки. Первые коробочки я делала вот такие. Сейчас я неправильно сделала размеры. Нужно размер делать одинаковый, а я в серединке сделала 4×4, а вот здесь... 5×5, а здесь 4×4. И поэтому они у меня получились немножко разные. А второй раз я сегодня делала, уже правильно сделала. Вот такие вот плотные коробочки должны у нас получиться. Вот такой вот правильный вариант. Мы к ним еще сделаем бантики, чтобы можно было легко открыть. А это вот другой вариант, смотрите. Ну, то есть вот этого быть не должно. Они должны быть здесь вот такие вот, чтобы ничего нигде не мешало. Мы сейчас с вами сделаем заготовки. Здесь я сделала 29 заготовок, и одну мы сделаем вместе с вами. И будем приклеивать ленточки, я вам как раз сейчас все покажу. А другой календарь у меня будет похожий, но я вам один только покажу. Размер коробочек уже больше. Здесь я делала, по-моему, 7×7, чтобы убрать косметику побольше. Вот такие коробочки. И есть у меня еще третий вариант под крема. В общем, у меня есть такая заготовка одна. Это вот правильная заготовка, которую я оставлю. Здесь все прям правильно, чтобы сложить. Заготовку я делала сама, посмотрела просто в интернете, как делать. А сейчас покажу, что для этой заготовки нужно. Картон вот такой, вот так он выглядит. Стоит 84 рубля. Белый картон. А здесь 10 листов, 84 рубля. Можно все что угодно делать. Смотрите, здесь даже вот как собирается снежинка сзади нарисована. Я по ходу буду показывать, что еще нужно. Еще у меня будет вот такая коробочка для другого адвент-календаря. То есть размер вы можете сделать сами. Вот так она будет выглядеть. В Яндексе набрала. Можно в Яндексе набрать, распечатать подходящую вам коробочку. Потому что коробочки я искала везде. На Валберес, на Озоне, на Казань Экспресс. И на Алиэкспресс очень долго будет идти. Мне ждать нет времени. И я решила сделать сама. Там 20 коробочек стоит 400-500 рублей, а здесь я могу много сделать коробочек на 80 рублей. В общем, вот такой размер, это у нас будет размер под крем. То есть размеры будут разные, потом уже по ходу я буду смотреть, собирать саму коробочку, сколько мне нужно. Я сделаю разные размеры. А вам я покажу, что я делала с маленькими. Я купила здесь их много, этих листочков, это у меня уже новый. Как он правильно? В общем, рулон. Вот мы берем его, и здесь можно расположить хоть так, как удобно. Главное, чтобы я на край стола поставила, когда помню. Сейчас покажу, как чертила все. Вот так вот. Я положила вот таким образом, чтобы у меня вот этот угол был ровный, то есть чтобы линейка не скакала. И, конечно, я сейчас обвожу по вот этому уже. Просто обвела и нарисовала. Но я вам могу показать, как я изначально рисовала, чтобы вам понимать. В Яндексе я набрала, как мне сделать, какая мне коробочка нужна. И уже по ней я делала. Сейчас я приближу камеру немножко. Давайте вот настолько. Если он идет 4... Каждый квадратик у нас идет 4×4 сантиметра ровно. Но нам нужно и сюда тоже 4 добавить, и сюда 4. То есть в эту сторону у нас будет... Последний ряд у меня был не 4, а 3, потому что там всего лишь нужно загнуть. А вот другие уже были по 4. То есть мне сначала нужно рассчитать по 4. 4, 8, 12, 16. Теперь... Мне нужно ровно прорисовать. То есть прорисовать ровно, чтобы линейка вот так у нас была ровненько. Сейчас. Просто как заготовочка такая небольшая. По первой линии чертим вот так сейчас. Вот 4. А потом дорисую. Там примерно показываю. Просто, как я делала изначально, я делала не от угла, и у меня получалось неровно. Линейка была неровна. Просто, если под рукой ничего нет, а вам нужно, как и мне, сделать вот такие коробочки.
чтобы у вас они тоже получились ровные. То есть мы просто начинаем, вот линейка ровно, вот она здесь идет. Естественно, у вас все линии. Ой, это, кстати, карандаш такой, немножко сломала. Естественно, и линия у вас будет ровная. Так, мне надо таких 3 квадрата, а я сделала 4, ну ладно. Теперь я примерно пометила. Серединка у меня получается вот. Раз, два, третья она получается. И мне нужно сделать 4 квадрата. Вот первая. Вторая. Третья, четвертая. Вот здесь даже изображено 4. Вы можете по шаблону также рисовать, но только свой размер. И, естественно, мы продвигаемся дальше. И чтобы потом эти линии все у нас сошлись. Так. Вот у нас 1 квадрат, 2 квадрата, 3 квадрата. А это мне уже не нужно. Это я лишнее нарисовала. Стираем. Ну, можно не стирать. Вот, 2, 3. И значит, мне вот здесь тоже нужно прорисовать. Теперь мы соединяем. Вот так сейчас. Здесь мне нужно оставить 3 сантиметра, а не 4. Ну, мы потом можем отрезать. И теперь мы начинаем их соединять. То есть 1, 2, 3, здесь 4 сантиметра 3 квадрата, здесь 3 сантиметра. Сейчас поближе вам покажу. Здесь то же самое. Так, кладем ровно. И смотрите, и здесь тоже. Если идет от угла ровно, то и наша заготовка будет ровно. А потом будем просто обводить. Я потом просто обводила по старой заготовке. Здесь до конца вот эти ушки. Они должны быть до конца. Здесь уже нет. Сейчас вот так вот. Я хочу просто прорисовать, а то у меня тут не до конца прорисовано. Так, это у нас 3-й квадрат. У нас их 4. И 4-й квадрат. Здесь нам тоже не нужно полностью. Мы будем вообще обрезать вот эту часть. То есть можно вот так нарисовать. Вот так. И здесь уже будет угол. Ну, здесь просто карандашом вот так нарисуем. И здесь то же самое. Можно, если вы хотите, прям ровно-ровно. Потому что вот эта вот заготовка, она у меня здесь немножко неправильная. Я обычно вот так отрезаю, потому что у меня там не закрывается иначе коробочка. Сейчас, когда будем собирать, все поймете. И с этой стороны. Но я на глаз прям вот так примерно обрезаю. Вот. То есть здесь вот эти углы. Теперь соединяем вот этот верх. Здесь. Так. Здесь у меня 2 сантиметра, но лучше брать 1,5, чтобы, или даже 1 сантиметр, чтобы она просто плотно закрывалась. Приближу еще. Здесь тоже рисуем, соединяем. И здесь дорисовываем сами вот эти вот уголочки. Я там ножницами сама потом вырисовываю. В итоге. Так, сейчас один рисуем. Вот она наша заготовка. Если мы положим ее вот так, вот она идеально ровно получается. С этой стороны эта коробочка будет выглядеть вот так. Одну заготовку я оставлю. Даже у меня вот тут вот. Поменьше должно быть. И теперь мы эту заготовку вырезаем. Сейчас разобрею сразу клей, чтобы мы потом
Сейчас покажу, какой у меня клей. Просто кто делает первый раз. Я покупала в творческом магазине. Он вот с такой кнопочкой. И мы его разогреваем. Я включаю. Пока я вырезаю, как раз он у меня разогреется. Вырезаю сначала по всем вот этим частям. Здесь, наверное, можно мне уже уменьшить камеру. То. И вырезайте ровно, то есть вот как начертили, так и вырезаем. Я вам показываю пример своей коробки, а вы там уже сможете определиться и сделать свой размер. Но, то есть, будет сам адвент-календарь зависеть от того, какой вы размер коробок захотите. Я сначала купила пивной картон и решила по нему сначала сделать коробочки. Я вам пример сегодня покажу из пивного картона. Смотрю, как получится, потому что я видела пример. Ну, в общем, я пересмотрела много роликов на YouTube, и в итоге я определилась, что вот это будет самый бюджетный вариант, причем не на один год. Я сейчас вам прям такую красоту еще покажу. Теперь я вырезаю вот эти вот по двум сторонам до конца. Здесь. Если вы что-то где-то неровно подрежете, то у вас уже коробочка не сойдется. Потому что у меня первый раз, вот вчера я делала всю ночь, часа 3-то я точно делала, до часу или до 2 я сидела. У меня была вот эта вот ошибка, у меня коробочка не сошлась. Как мы ее загибаем? Показываем. Я беру линейку. Там у меня заготовка, я поэтому заготовку оставляю, а вот эту вместе с вами начертила. А потом я просто кладу заготовку и по ней обрезаю, соединяю, там уже черчу, где у меня недочерчено. Можете так же делать. Или можете каждый раз новую рисовать. Но это не очень быстро. Линеечкой помогаю, чтобы ровно загнулось. Потом линейку отодвигаем и нажимаем до конца. С другой стороны также, но вот здесь вот эту вот часть тоже нужно загнуть. Коробочка готова почти что. Вот тут последняя. Теперь мы сейчас ее будем собирать. Смотрите, это у нас середина, дно коробки. Оно у нас сначала должно склеиться вот эти вот две части. Я отодвигаю вот эту вот часть и склеиваю ровно. Вот они, вот эти углы, они у нас должны сойтись. Друг дружке ровно. Но я чуть-чуть оставляю посвободнее, чтобы крышечку закрывать. Склеиваем вот эти две части и потом склеиваем вот эти, сворачиваем вовнутрь. Если вы сделаете, как я сделала в первый раз, сейчас я найду. Вот, у меня здесь не сошлось. И когда я стала закрывать, то есть она не плотно, вот, ей что-то мешает, а мешает ей вот эта часть, которая внутри не дает ей закрыться. Поэтому будьте внимательны, это очень важно. Теперь у меня провод немножко не дотягивается, поэтому я вас немножко вот сюда подвину. Я сделала, в общем, разные заготовки и из них выбрала. Теперь мажем клеем первую часть. Это вот эту. Отодвигаем. Предупреждаю, что если вы будете делать с такого картона, то у вас нет... Как это... возможности на ошибку, как правильно сказать. То есть, если вы к этому картону приклеили, не криво приклеили, то все, второй раз вы ее не отклеите. Вам придется еще раз переклеивать коробочку. В общем, так что
будьте внимательны и склеивайте сразу. Потом уже не получится отклеить. Вот у меня здесь немножко не сошлось. Я беру ножницы и выравниваю. Все. Теперь коробочка ровная. Теперь клеим вот эти бока. Блин, что же мне склеить-то? И теперь приклеиваем вот эту часть как раз. И когда коробочка будет закрываться, то вот эти части будут защищать, они будут гладкие, она плотно будет у нас залезать. Единственное, бывает, не залезает, если я вот здесь мало загну. Сейчас вот здесь вот я мало загибаю, но у меня опять плотно не залезает. Я сейчас просто вот здесь вот подогну побольше. Тогда коробочка плотно закрывается. Даже можно вот так немножко углом. Удобно, что здесь можно выключить пистолет, и не надо каждый раз его вынимать из розетки. Стоил такой 300 рублей. И клеевые заряды. В фикс-прайсе я покупала клеевые заряды. Все. И вот так она будет закрываться. Все. Идеально. Смотрите, все сошлось. Вот наша коробочка. Теперь я вам покажу самое интересное сейчас. Что нам будет нужно? Я тут уже все разложила. Нам нужен будет трафарет. Покупала его в Ашане, не помню за сколько, но дешево. Искала, нашла на Казань Экспресс. Уже хотела, добавила в корзину, хотела заказать, но поняла, что он мне не нужен будет. Я купила в Ашане циферки для того, чтобы нам с вами вырезать числа. Так как адвент-календарь по дням. Так, и сейчас покажу, что еще нужно будет. Ленточки. По-моему, я их я их покупала в творческом магазине, тоже дешево. Вот такие цвета. И ленточки я, наверное, сделаю белые, чтобы они не бросались. Хотя белый будет не видно. Вот такого вот красивого цвета винного выберу. Есть еще вот такой. Коричневый я не брала, не знаю, зачем мне его положили. Нам нужен будет белый глиттерный фоамиран. Это для того, чтобы сделать нам основу. Потом... Вот такой красный глиттерный фоамиран. Это для того, чтобы сделать циферки и приклеить их вот сюда на коробочке. Какие-то цифры будут красного цвета, какие-то цифры будут вот такого серебряного цвета. У меня тоже их две штучки здесь. Также для декора я в Ашане покупала, сейчас вместе с вами откроем, вот такие вот набор звездочек. Я хочу посмотреть, как оно вообще выглядит. Я так понимаю, она на проволоке. Где мы тут основание? Вау! Мне кажется, это лучше для другого адвент-календаря подойдет, потому что, ну, могу найти начало, вот нашла. И еще в серебряном такая цвете. Вот такая проволока. Кстати, можно сделать вот ее как ручку, допустим, вот таким образом, как крючок. Но, наверное, ленточка лучше, потому что пластмасска, ой, вот эту проволоку будет мешать. Но с проволокой можно тоже какие-нибудь идеи. Если у вас есть идеи, напишите. Мне будет интересно почитать. И вот такая. Они двух цветов. Не знаю, пригодятся мне или нет, но показываю все, что я заказывала. Я вам показала. И самое интересное. Я заказала пивной картон. Я хотела из него делать как раз коробочки. Но я думаю, что еще сделаю. Толщина у этого на Валбрисе заказывала за 300 рублей. Толщина 20 на 20, 0,9 миллиметров. Такой нормальный как раз, идеальный, тонкий. Смотрите, на картон, коробочки к нему были бы идеальны. И из них как раз можно сделать вот нашу книжку. Но размер мне не подходит, к сожалению. У нас будет так, как одна книжка. Я не знаю, буду вначале показывать или нет, как получилось. И самое интересное, что меня вдохновило именно на эту, я, конечно, не угадала с размером. Я хочу каждой коробочке приклеивать вот сюда наверх вот такие вот штучки. Но смотрите, размер не подходит. Если взять большую коробочку, то есть это вот только вот если вот для больших, будет идеально. Здесь будет ленточка где-нибудь, здесь циферка с номером. Какое число? То есть вот для этих коробочек идеально. То есть мне как-то надо будет разделять.
Здесь чисел 31, а здесь их 19 элементов всего лишь. Но я заказала сегодня еще, поэтому сегодня сниму часть. В подарок положили мне вот такого. И покажу вам все, очень красивую. 270 рублей, по-моему, стоит. Вот такие вот. Тоже подойдут вот на эти коробочки как раз. Будут приклеивать только посередине. И можно даже с каким-нибудь двухсторонним скотчем или чем-нибудь много клея наклеить, чтобы они не вот так плотно прилегали, а выпирали немножко. Такие 3D-шные были. Вот такая очень интересная. Но я еще, знаете, что подумала, что у меня же впереди тоже там будет как книжкой. И я вот где книжка, вот я их приклею. Ну, в общем, по ходу. Далее и заряжать. Так, не упадет, надеюсь. В общем, нужно будет сейчас приклеить те, которые уже есть, составить сам календарь, а потом уже будем дальше продолжать. Вот такая тоже подойдет вот на этот наш. В общем, какие-то уйдут на большие, какие-то на маленькие. Сейчас вместе как раз разберем. Здесь много вот таких вот именно на большие коробки. Но посмотрите, какая симпатичная, красивая коллекция. Вот это просто одна картинка лучше другой. Вот на эти большие идеально. Надо будет тоже сейчас большие коробочки сделать. А вот эти большие коробочки, кому если интересно, размер, я вам сейчас тоже скажу. По-моему, 7×7. Да, 7×7 сантиметров. И там много что поместится. Вот. Вот они уже. Вот эту мы оставляем. И буду сейчас тут как раз выкладывать. Это тоже на большую. Так, только нужно не перепутать, где у нас начало. Вот так. Классно. Тоже на большую. Коллекция очень красивая. Вот это на маленькую, наверное, подойдет. Будем собирать. Да, вот это на маленькую подойдет. Только вот здесь нужно все-таки, то есть выпирала, чтобы с одной стороны, потому что здесь нужно, чтобы было пространство. Еще нужно рассчитать так, чтобы они друг другу не мешали. То есть если где-то что-то выпирает, то это должно быть вот с этой стороны. Или уже выбрать такие картинки, которые не будут так сильно выпирать. Я думаю, что я так и сделаю. Иначе они просто будут мешать. Ну, вот это нормально. Это тоже большая. Здесь, похоже, нужно было большой календарь делать. Так. Можно, конечно, как-то вот так боком, да, сделать, но не знаю, сейчас посмотрим. Боком мне не очень нравится. А если делать не боком, ну, допустим, если только вот так сверху, у меня же коробка будет, то есть эти коробочки будут приклеены. Мы вырежем основную часть. Эти будут коробочки маленькие приклеены. То есть они будут не давать тогда нам другому. Другой коробочке. Вообще не вариант. Ну вот это вроде подходит. То есть мне нужно ждать, пока придут все. И потом уже собирать оставшиеся наши с вами коробки. Так. Вот такая интересная композиция тоже. Так, нужно поменять местами. Сейчас покажу, что у меня будет внутри за наполнение. Вот. Такие маленькие можно ставить вот тут сверху. И они будут приклеены прям вот так вот к друг дружке рядышком. Так, и здесь нужно, чтобы они друг другу не мешали. Ну и наравне. Всего 5. И вот такая. То есть нам нужно делать. Таких у меня есть. Раз, два. Это вот тоже вроде и маленькая, и большая, но слишком большая. Здесь она будет смотреться? Здесь она уже не смотрится, ее надо вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
10, 11, 12, 13. Можно, в принципе, смешать и сделать адвент из разных. В принципе, можно так и сделать. А если еще мы склеим, сейчас покажу. Если вот эту склеить коробку. Ну, допустим, мы ее склеим. И можно самые большие тогда вот сюда приклеить. Тоже соединить. Так, открываться она тогда как будет? Таким, ну тогда она будет у нас сверху. Столько она прям будет доставать ее, если прям. По поводу вот этих еще надо подумать. Я хотела приклеить. Как я хотела сделать? Приклеить. Девочки, я занялась коробкой. У меня здесь вот такая белая коробка. Внутри она серая. Я взяла фоамиран. И сейчас буду приклеивать его. Я уже определилась, как мне нужно. Мне нужно сначала закрыть вот эту некрасивую часть и заклеить вот таким образом. Сначала низ, потом уже вот по этим частям. Единственное, я не могу вот тут сообразить. Так, ага, вот тут. Ножичек маленький мне нужен. Сейчас я тут отрежу и с той стороны отрежу. Потом по бокам приклеиваем. Здесь отрезаем. И вот к этой части сюда приклеиваем. Изнутри наша коробка готова. И что нам нужно еще в нее положить? Нам нужно положить вот такую вот бумагу.
Девочки, бок вот этот вот я обклеила лентой, где вот этот вот картон был виден, шов. Вот он. И теперь я приклеиваю к этой части также. Все проклеили, все здесь проклеили. И если, допустим, есть какие-то зазоры, как вот здесь, я сейчас аккуратненько пройдусь ножничками. Все. Теперь здесь мы можем заполнить. Я сейчас завяжу, чтобы мне не мешала вот эта вот ленточка. И будем проклеивать вот эту часть. Ну что, девочки, вот так вот получилось. Я обклеила коробочку со всех сторон, она аккуратная. Единственное, что остался низ. Ну и здесь, естественно, еще декор нужен. Открываем. И давайте я вам покажу, как я буду заполнять эту коробочку. Сразу положу 31 число. И сюда же положу, чтобы она не двигалась, вот это вот большое число. Не знаю пока, какое это будет. Так, 25. Там уже есть наполнение. Кладем вниз. А если 5, это значит нужно вверх. Ну что, почти готово. Здесь мы украсим, как придет. Давайте покажу промежуточный результат. Вот такая вот красота. Здесь сейчас сделаем кармашек. И вот так это сейчас выглядит. Я одну коробку уменьшила, убрала одну большую, потому что мне не умещается. В общем, вот это 5×5. Вот это 7×10, по-моему. Это у нас, я еще вот эту длину вам в конце скажу, это у нас 7×7 сантиметров, 2. И вот эти 4×4, все остальные коробочки. Ой, неправильно закрыла. То есть здесь у меня будут косметики-миниатюрки. Закрою. Вот так вот выглядят косметики-миниатюрки. А сейчас какой-то они должны быть, по-моему, вот нет. Сейчас найдем. Я какую-то уже заполняла. Вот. Таких треугольничков хватает на 3 применения.
такие классные получаются. Так, ну что, давайте продолжим дальше делать.